Земляки и соотечественники, всем привет! Сегодня 4 сентября, 11 час. У меня только появился интернет, и вот комментирую, значит, заметку, появившуюся в dvnovosti.ru. Призывают выйти на несогласованный митинг. Нашими руками пытались разжечь оранжевую революцию. И вот это вот то же самое сейчас находит подтверждение в статье. То есть, ребята, будьте внимательны, будьте предельно бдительны. Я прочитаю прямо эту статью. Сотни жителей дальневосточной столицы получили в своих мессенджерах приглашение принять участие в митинге против хищнического вылова киты. Неизвестные лица намерены собрать горожан прямо перед зданием правительства Хабаровского края. Однако в мэрии акцию не согласовали, поскольку организаторы эту процедуру просто проигнорировали. Так, выходим на этот ресурс. Никто никуда не идет. Сидим по домам, спокойно пьем чай. Не позволим нашими руками совершаться явным фактом беззакония. Согласно федеральному закону 54-му о митингах, организаторы публичных общественных акций должны заблаговременно уведомить администрации города. Еще раз напоминаю, сидим дома, пьем чай, все будет отлично. Не позволим нашими руками совершаться явному беззаконию.